Доброе утро, коллеги! С вами снова Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Как всегда, давайте проверим звук. Если меня видно, слышно, все работает, то мы с вами начинаем. Поставьте плюсики в чат и можете задавать свои вопросы также в чате. Сейчас я чуть попозже, когда плюсики пойдут, я скину ссылку на наше рабочее пространство, на наш дневник сделок, в который мы скидываем информацию о тех потенциальных ситуациях на вход. И плюс сегодня тоже прокомментирую вот в онлайне у участника, постоянного участника наших аналитических обзоров Дмитрий А. У него возник вопрос вот по поводу торговой стратегии «Черепаха», и тоже поясню, почему там такие выходы и так далее. Итак, давайте рассмотрим, что произошло с валютными парами в рамках наших трендовых моделей, и посмотрим, что за картина сформировалась, каким образом развивались движения, что в целом случилось. Значит, евро-доллар у нас сейчас находится в восходящем тренде. Вышел он все-таки в направлении восходящего тренда. По первой модели, которая у нас консервативно называется «Ленивец», мы имеем среднюю 24 и 120, то есть дневную и недельную по часам, если ее мерить. И вот как раз мы видим, что сейчас развивается восходящий тренд, в принципе, идейно. Далее мы с вами идем на более мелкий масштаб, 15 минут, 5 минут, и ищем коррекционные движения. И вот в данном случае на 15-минутном графике вообще отлично видно вот эта динамика максимумов, минимумов. То есть вот здесь максимумы обновлялись, и вот здесь понижаются. То есть, в принципе, это очень такая классическая схема реализации движения по данной торговой модели. Вот максимумы повышаются, раз, два, три, четыре. Вот здесь они идут вниз, мы смотрим индикатор MACD, видим, что он подтверждает эти максимумы, то есть они являются абсолютно модельными, то есть вписываются в наш концепт. В этом случае мы отмечаем коррекцию. Тут максимум достаточно вот тоже такой он интересный получился, то есть двойной, вот здесь раз, два, но в принципе для нас это единая картина, то есть это единый максимум, который мы вот таким образом отмечаем. То есть получается, у нас есть коррекция. Сейчас вот на 5 минуточки подкорректируем. И далее достаточно волатильно евро-доллар эту коррекцию пробивает, то есть формируется вот здесь пробой, ну, закрытие вот именно этой линии, да, происходит вот здесь. Стоп-лосс у нас ставится под минимум, который предшествовал пробою. Все это случилось в 6:45 утра, то есть, в общем-то, ранние пташки, трейдеры, кто рано встает, лезет в рынок, тот, конечно, этот пробой увидел. Кто просыпается там попозже, в 9 приходит на рынок, тот, конечно, уже вот здесь видел вот эту картину, тогда, возможно, заходил уже вот здесь, тоже по этому же сигналу на пробой, но позже. То есть понимая, что движение в принципе в концепте, и совершал другой вход. Здесь вот первый вход — это 6:45 утра. Стоп-лосс мы ставим за минимум вот здесь. У нас получается величина 148 пунктов в пятизначной системе. Цена, видите, практически приходит до этого уровня, 131, но благо не дошла до стоп-лосса и пошла наверх. То есть получается, у нас 148 стоп, вот здесь 140, ну тоже здесь 146, то есть практически мы уже сходили на величину стоп-лосса. Ну то есть в принципе в данной сделке трейдер переставляет стоп-лосс без убыток и делает так, чтобы эта позиция была защищена, уже не принесла убыток. На самом деле здесь не очень хорошие движения формируются, то есть получилось так, что коррекция очень четкая, нормальная, но вот как она реализуется, это, в общем-то, ситуация достаточно паршивая. Мы знаем в нашем дневнике сделок, у нас есть уже достаточно интересные сделки,
тоже можете поглядывать, смотреть периодически. То есть есть вот четкие коррекции, когда четко пошла, пробила, до стоп-лосса не дошла, против нас не ходила, и вот, допустим, реализовал там 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4 прибыль. Но в данном случае такого не происходит. Получается, что коррекция четкая, но реализация пока плохенькая. Если сейчас цена пойдет наверх, в общем-то, мы можем сказать, что тогда сделка будет уже удачной, интересной, несмотря на то, что почти сходила к стопу. Почему я говорю о том, что все-таки это не очень хорошая ситуация? Потому что мы знаем, что хорошие сделки против нас не ходят на большую величину, то есть не приближаются сильно к стоп-лоссу. Далее наша следующая торговая модель, которая как раз называется «Черепаха», вот то, что Дмитрий спрашивал. Здесь требуется немного пояснить наше нововведение. Дмитрий спрашивал в рабочем пространстве, да, вот задавал вопрос, что у нас в стратегии появились дополнительные выходы. То есть теперь мы еще отмечаем выходы по FIBA и по дивергенции. У нас изначально был стоп-лосс по противоположной границе канала, мы его двигали, это было у нас в принципе таким критическим выходом, я бы сказал. То есть когда мы заходим, ну вот на примере вот этой сделки рассмотрим, вот здесь у нас вход осуществляется, к примеру, для лонга мы берем сейчас, то стоп-лосс у нас по нижней границе канала, и это такой достаточно экстремальный выход. То есть получается, что если мы заходим и цена идет сюда, то мы ни в коем случае не должны опуститься ниже этой линии с точки зрения цены и потерять. Ну, конечно, цена сама может опуститься ниже этой линии, но мы не можем позволить себе убыток ниже этой линии. Она для нас является такой границей, которая останавливает в любом случае сделку. И это вот есть некий пограничный выход, я его называю GR. То есть гарантированный результат в том плане, что мы ни в коем случае не должны выйти хуже этой сделки. Она может быть у нас положительно либо отрицательно, то есть если вот здесь мы пойдем против, у нас будет минус, если мы, ну то есть сразу, да, вот не успели зайти, сразу пошли против. Но вот сейчас, например, уже граница поднялась к такой величине, что если цена ее пробьет, ну то есть вот придет к этому уровню, то мы уже вот в этой сделке в любом случае заработаем. Поэтому я называл ее не убыток, а именно результат, в том плане, что он может быть положительным либо отрицательным. Но этот результат – это есть как раз пограничная ситуация. А внутри у нас происходит управление позициями. Что значит «внутри»? Внутри – это вот от начала момента входа до вот этой вот пограничной, до этого пограничного выхода у нас может много чего произойти. В данном случае мы отмечаем движение в плюсовую сторону и видим, что в пятизначной системе на 1123 пункта мы поднимались. Мы, конечно, понимаем, что мы хотели бы взять такую величину прибыли и зафиксироваться на максимуме, но в реальности мы не можем предсказать, что максимум будет именно здесь, поэтому вот эту максимальную прибыль мы вряд ли возьмем. И дальше у нас включается и механизм выхода. То есть, когда цена идет в нашу сторону, мы можем выходить по различным критериям. Мы понимаем, что самый, так скажем, экстремальный выход внизу у нас уже есть, а внутри можно выходить, например, по соотношению того движения, которое двигала цена против нас, ну, так называемое MAE, MAE его называют, и мы можем оценивать вот это движение в плюс. То есть, условно, если цена ходила против нас, например, там, допустим, на 200 пунктов пятизначки, то мы можем уже выходить, допустим, 1 к 2, 400, или 1 к 3, 600, или к 4. То есть получается, что у нас есть выход по соотношению того, как цена двигалась против нас, и по тому, насколько она двигалась в нашу сторону. Это один выход. А дальше мы ввели еще дополнительный выход. То есть мы ввели выход по Фибоначчи. То есть мы берем движение вот это. Так, сейчас давайте-ка вот так мы сделаем. Вот это движение берем. То есть непосредственно ширину канала в момент входа. И получаем точки выхода классические по FIBA 161.8, 200, 261.8. Это как ориентир, это как дополнительный выход. Далее у нас появилась дивергенция. То есть мы ввели еще дополнительный выход, это дивергенция.
То есть мы смотрим, что происходит. Вот здесь, кстати, мы ее наблюдаем. Вот у нас есть максимум, вот здесь происходит дивер, то есть получается, что вот есть возможность у трейдера выйти вот здесь. Что, в принципе, кстати говоря, явилось достаточно хорошей точкой выхода. Получается, что вот наш основной часовой среднесрочный тренд, появляется дивер, и мы, в общем-то, выходим, ну, практически по максимуму. Не по самому, конечно, но, в принципе, в очень хорошей точке. Появился FIBA и дивер. И вот Дмитрий спрашивал, почему мы ввели эти выходы, зачем они нам. Это как вариативность в стратегии. То есть наш аналитический обзор смотрит множество трейдеров, и торговая психология у трейдеров отнюдь не одинакова. Кто-то готов выходить по соотношению стоп-лосс тейк-профит. Кто-то готов выходить по соотношению MyMFE, ну, то есть сколько двигалось против нас, к тому, сколько двигалось в нашу сторону. Кто-то готов выходить просто по некоторому фиксированному тейк-профиту. Вот просто человек заходит, видит вот там 600-700 пунктов, он выходит. Или, например, цена возвращается к средней, начинается боковик, трейдер выходит. То есть различная психология выхода у различных трейдеров. И чтобы в нашем аналитическом обзоре мы охватывали не только какую-то одну психологию, а трейдеров много, поэтому я ставлю задачу охватить как можно больше, ну или по крайней мере несколько психологических аспектов. И в связи с этим мы берем несколько выходов. По сути, трейдер сам выбирает то, что ему ближе. Вы можете, ну, к Дмитрию сейчас обращаюсь, да, ну, и ко всем трейдерам, кто, например, тоже задавался вопросом, какой же выход выбрать, да, вы можете выбрать любой выход, который для вас более психологически комфортен. То есть в итоге вы не будете торговать то, что для вас психологически некомфортно. Если комфортно FIBA, если FIBA, например, человек использует в других своих торговых стратегиях, то, конечно, можно брать FIBA. Если FIBA человек не использует, так он и не будет его брать, он будет, например, выходить по дивергенции. Либо он будет выходить просто по своим каким-то критериям соотношения стоп-лосс и тейк-профит, или просто некоторые фиксированные величины, или боковик, или какие-то дополнительные осцилляторы будет добавлять. То есть моя задача в том, чтобы показать как можно больше психологии участников. Ну, постараться, по крайней мере, это сделать. Вот поэтому мы ввели различные выходы и дополнительные выходы. Более того, мы будем постепенно, потихоньку расширять стратегии, расширять элементы. Вот эти. То есть, в принципе, взяв какой-то один из элементов, мы просто сужаем вариативность. Да? То есть получается, что мы уже не три выхода используем. Например, там, да? Можно же как выходить, допустим, по трем позициям. Ну, вернее, имеется в виду одну позицию в трех точках закрывать. Никто же не мешает поставить тейк-профит там на всех трех уровнях. То есть появляется вариативность, и этим тоже можно управлять. Поэтому мы берем несколько выходов. Я рассказываю про несколько выходов. Вот здесь в данном случае дивергенция, к примеру, отработалась наиболее хорошо. То есть очень хорошая величина. Кстати говоря, опять-таки, если взять тот же самый уровень FIBA, то в принципе это в районе 268. То есть тут вот выходы совпадают. Но если, например, мы выходили по FIBA, мы там немножко раньше закрыли две части позиции, третью закрыли вот здесь. Это так тоже можно. Но есть трейдеры, которые не хотят разбивать выход. Они хотят сразу всем выходом закрыться. Тогда они могут выходить по диверу или по своим каким-то критериям. В данном случае евро-доллар, если возвратиться уже непосредственно к самой модели тренду, то показывает восходящий тренд. Видите, такой, ну, в целом восходящий, да, то есть пока что. Но вот если говорить уже о внутри вот этих дневных колебаниях, то получается, что он такой, видите, боковичок уже заходит. То есть после вот новостей, после тренда уже так успокаивается. Но тем не менее, пока что это все-таки лонг сторона, и шорта здесь нету. Так, Дмитрий спрашивает, где взять индикатор черепах. Сергей, вернее, спрашивает. Дмитрий, где взять индикатор черепах? Скину сейчас ссылочку в чат. Ну, хотя давайте не сейчас, вот закончу. Хотя нет, давайте сейчас, а то потом можно и забыть. Вот сейчас скину ссылку на сайт MQL. Там можно скачать и установить этот индикатор себе. Так. Вот сначала ссылка на рабочее пространство, куда мы скидываем наши сделки, и ссылочка вот на сам индикатор, ценовой канал, Дэнчан канал, Дэнчан Чан.
Идем далее. Фунт-доллар. Тренд восходящий, но глобально тоже, видите, цепляет среднюю. То есть пока все-таки смотрит наверх, но с такими вот тоже предпосылками сходить ниже. Вот, видите, он уже это сделал. То есть пока что присутствует, в общем-то, динамика восходящая, которая все-таки ведет себя нестабильно. То есть вот он, когда начал формировать тренд, он не просто вот здесь его вот сформировал как восходящий, а он сформировал восходящий, потом ушел в нисходящий, ну, пробовал, по крайней мере, подавал надежды на нисходящий, а потом снова пошел наверх. То есть, видите, достаточно такой волатильный фунт сейчас, в моменте. Коррекцию тоже нарисовать не можем, максимумы повышаются, поэтому занимаем выжидательную позицию. На прошлом тоже, видите, максимумы повышались, вот здесь начали понижаться, вот это была коррекция модельная, вот два максимума. Но опять-таки смотрите, что происходит, вот как мы эти коррекции отбрасываем. Опять-таки, ну вот тоже поясню для тех, кто, может быть, недавно подключился или в первой модели вот линеец разбирается. Вот есть коррекция, вот у нас абсолютно модельная коррекция, она вписывается в стратегию. Вот цена идет ниже, и вот показывает нисходящий тренд. Как только цена уходит ниже средней, у нас получается восходящий тренд теряет силу. Все, цена показала, я ушла ниже. Ну, опять-таки, это в рамках модели, это как бы не абсолютная истина, это то, что вот наша торговая стратегия, наша модель, наш взгляд на рынок. И она пошла ниже вот здесь и говорит, что все, я ушла в нисходящий. Раз она ушла в нисходящий, те сигналы, которые были с восходящего, они теряют силу. Поэтому, в принципе, про эту коррекцию мы забываем. Но есть люди, которые про нее не забывают и говорят, а зачем про нее забывать? Пусть она будет, и вдруг цена пойдет наверх, и мы ее как сигнал примем. Это я то, что вот назвал вторым приоритетом. То есть, если у вас вообще нет сделок и очень хочется реализовать сделку, допустим, риск-менеджмент позволяет, или ну, вот реально по другим валютам нечего торговать, то, в принципе, можно брать эту ситуацию, но просто делать это осторожно. То есть, что это будет означать? Вот если трейдер, видя нисходящий тренд, все-таки решает эту коррекцию принимать как сигнал, то у него будет происходить вот такая картина. Вот здесь осуществится пробой. И он говорит, о, ну вот, тренд пошел наверх, несмотря на то, что он тут был нисходящим, и это уже сигнал из прошлого, то есть из прошлого тренда, который уже не имеет силы, я все-таки его приму и вот здесь вот зайду. Стоп-лосс, естественно, за минимум, и тогда вот этот трейдер, возможно, сейчас вот участвует в рынке, да, у него вот здесь стоп-лосс, 385, цена против двигалась до стоп-лосса, не дошла, 385 в нашу сторону проходит. Мы представляем стоп без убыток, ну и в принципе вот здесь его выбивает. Вот, на этих движениях. Вот здесь переставляем, а наша цена вот сюда ходила. Все, откатила обратно и нас выбивает. То есть вот такая сделочка была, ничего толком она не принесла, но зато в принципе опыт был получен. Вот это то, что мы называем сигналы из прошлого. То есть когда тренд уже изменился вот здесь, но все-таки почему-то, ну как, не то что почему-то, а по своим причинам, конкретном трейдер решает, что я все-таки проторгую этот сигнал. Вот это то, что второй приоритет, тоже, думаю, сейчас здесь стало понятно. Фунт, далее вот мы разбирали после непосредственно новостей, да, вот совершил здесь восходящую динамику, пробил канал, совершилась сделка, 653 в нашу сторону ходили, вот мы говорили, что не можем позволить уже этому движению в плюс стать минусовым. Получается, что выходим в нуле, ну, то есть, если ничего здесь нигде не зафиксировали, опять-таки, как могли зафиксировать, да, вот сейчас уже начинается вот вариативность, та самая, о которой я до этого говорил, что вот цена пошла наверх, как мы можем зафиксировать, опять-таки, тот же самый FIBA по модели дает нам 161,8, до 200 не дошла, то есть, вот здесь можно было часть позиции зафиксировать, остальная часть закрывается в нуле, потому что мы не можем позицию превратить в убыточную. Это вот первый выход, если трейдер психологически, например, к нему готов. Далее, так, сейчас мы здесь MACD добавим. Так, MACD. Так, M5, M30. На M5 не будем оставлять его. Так. А, ну вот нам понятно. Так, вот этот уберем, он у нас уже здесь был.
Вот, значит, М15 смотрим. Диверок. Дивергенции здесь не было. Просто видите максимумы. То есть у нас только 168, а потом дальше закрываемся в нуле. Все, то есть мы не уходим в минус. Если трейдер этого не делает, то мы видим, что дальше вот цена пошла ниже, 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 и, в общем-то, достаточно серьезно ходила против нас. То есть вот здесь уже минус 648 пунктов против нас. Естественно, это огромное расстояние, и потом из этой сделки, когда цена возвращается в ноль, трейдер выходит в небольшом плюсе и психологически, естественно, уже не может позволить себе держать эту позицию, потому что позиция, ходившая настолько сильно против нас, психологически трейдер стремится закрыть ее хотя бы в нуле. Что, собственно, рынок дает сделать, и очень хорошо, потому что ему ничто не стоило сходить вниз, увеличить волатильность и просто выбить нас по вот этой нижней границе по стоп-лоссу. Если вдруг вы не ходили, да, не выходили вот здесь в процессе. Но, тем не менее, пока все-таки тренд восходящий, хоть и сильно волатильный по обоим моделям, поэтому о шортах мы не думаем. Далее, доллар-иена. Доллар-иена в нисходящем тренде, очень волатильном. Вышли данные. Напомню, да, что у нас по экономическому календарю есть события, которые мы должны очень сильно... к которым мы должны очень внимательно относиться. Так, сейчас покажу. Вот у нас пятница. Так, пятница. Так, так, так. Вот. 3 часа. Решение Банка Японии по процентной ставке. Минус 0,1. То есть, в принципе, решение, так скажем, в любом случае будет создавать волатильность. Мы видим, что достаточно сильно рынок колебался. Был и выброс вниз вот здесь на две фигуры. Потом вот здесь общий диапазон. Посмотрите, какой огромный. Вот огромное тело, огромные хвосты. То есть общий диапазон. Вот, кстати, можно пониже заглянуть в масштаб. Вот 15-минутка та же самая. И вот мы видим, что внутри было очень сильное движение. Фигура вот сюда, фигура наверх, хвост, тело вниз. И общий диапазон вот этой свечки у нас ну, почти 3 фигуры. Представляете, какая бешеная, дикая волатильность. Вот почему мы эти события стараемся избегать. Потому что они всю картину могут нам испортить с точки зрения вот этой самой волатильности. То есть получается, что тренд в целом нисходящий. Но здесь такие разбросы движений, что может любой стоп выбить, какой бы мы там его ни ставили. Значит, если по модели тренд нисходящий, вот обратите внимание, что происходит. Вот как здесь можно что-либо адекватное проторговать? Вот выходят новости, вроде бы да, вроде бы все хорошо, мы идем вниз, но потом начинается раз, два, раз, снова вот здесь и постоянно вот эти колебания. Поэтому ничего здесь толком мы сделать не можем. То есть это просто огромная волатильность, которая сорвет любой стоп. Далее, в моменте у нас все-таки начинает оформляться некое вот такое коррекционное движение. То есть потихонечку рынок приходит в себя. Вот, раз, два. То есть вот эту коррекцию мы оставим. Пока она не пробивается, ее можно оставить, понаблюдать, что рынок сделает за этот период времени. Так, Ильгиз спрашивает, какие периоды средних скользящих на одном часе 5-минутки? На часе 24 и 120, на 5-минутке 288 и 1440. То есть это те же самые средние, суть та же самая, перенесенные с часа на 5 минут. Значит, с этим разобрались. Далее, что по черепахе. Вот здесь мы разбирали вот эту сделку тоже. Она реализовалась, был даже профит 168 и 200. Дальше вот здесь начался нисходящий тренд. Это мы все дневник сделок наш положим. Вот начался нисходящий тренд. Цена ходила против нас на пол фигуры, представляете? То есть просто уже изначально сделка показывает, что ничего хорошего из нее в принципе не выйдет. Но далее она все-таки поколебалась. Вот здесь мы знаем, что канал не был задет, хотя визуально это кажется так. Почему? Потому что когда вот этот бар, вот эта свечка формируется, канал еще пока что вот здесь.
И когда уже свечка сформировалась, мы находимся ниже, и вот здесь мы находимся по верхней границе на вот этом значении. То есть получается, что вот эта свечка формируется, канал опускается, и потом уже вот следующая свечка у нас... Ну вот тут уже зависит от того, где мы ставим выход. То есть, в принципе, если мы с учетом спреда ставим, то вот здесь хай, смотрите, 496, хай 494, то есть здесь мы два пунктика не дошли. То есть здесь нужно помнить про спред, и фактически мы понимаем, что цена рисуется по бедам с учетом спреда, то есть ставим вот чуть выше, поэтому здесь вопрос. Ну, то есть если здесь коснулось, то, знаешь, как говорится, все уже. Трейдер в любом случае вышел. Если он вот здесь, видя сделочку, да, вот что она такая в нулях где-то не выходил, то вот у него был еще шанс вот здесь выйти. Но вообще напомню, да, что это у нас день, как говорится, передновостной, то есть нужно быть очень аккуратным. В крайнем случае, вот на этом резком движении, если вы в ноль вышли, все, дальше мы уже ничего не делаем. То есть это уже все. Это, как говорится, вот вечером еще вот на боковике, там, как говорится, что-то можно сделать, но потом дальше все. Это уже ночь, мы уже спим, и ничего, конечно, здесь мы не делаем, потому что мы знаем, что выйдут ставки и будет повышенная волатильность. Поэтому здесь вот, ну, собственно, так и было, да, и ничего с этим не поделаешь. Сейчас, пока иена расширяет волатильность, все-таки пока уходит в нисходящем направлении тренда, то есть пробивает нижнюю границу канала, но вот пока что здесь ничего сказать нельзя, то есть если формально мы вот здесь находимся, да, то есть пробиваем нижнюю границу и формируем нисходящий тренд, пока вот сейчас так замедляясь. То есть все-таки есть движение против этого тренда, и нужно уже смотреть, как будут развиваться события. То есть после этой вот сильной, так сказать, лихорадки нужно время успокоиться. Так, так, не успели записать. Еще раз смотрите, повторяю, по модели ленивец. 120 на часовом и 24 на часовом. То есть вот они. 120 на часовом, 24 на часовом. На 5-минутном 288 и 1440. Кстати говоря, заходите в рабочее пространство. Я сейчас посмотрю, я там, по-моему, это же сделал. Вот, смотрите, у нас в рабочем пространстве вот здесь есть описание стратегии. И вот SMA 120, 24, то есть здесь эти цифры присутствуют. Ну вот на 5 минутке единственное, что 288 и 1000. Давайте вот здесь мы пометим. Так, 288 и 1440 на М5. То есть вот вы можете просто в пространстве тоже поглядывать. Мувинги простые, да. SMA, вот. SMA, Simple Moving Average. Ну это достаточно, тут ничего хитрого нет, просто обычный критерий через средний. То есть абсолютно без всяких заморочек, ничего хитрого. Так, и далее у нас... Так, 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 иена с черепахой разобрались. Ленивец по канадскому доллару. Тоже вот видите, все-таки заходим в боковик, то есть вернулись, вот нисходящий, снова восходящий, нисходящий, то есть начинается такой уже треугольник формироваться, да, то есть у нас формация сужающаяся, вот такая, максимум падают, минимумы растут, то есть все, начинается боковик, опять пришли к средней, ничего здесь мы, конечно, ловить не можем, просто цена, видите, прогуливается ниже средней, выше средней, ниже средней, к средней, все. Канадец в этой модели ничего нам не приносит. Ну и черепаха, вот здесь мы говорили, то есть тоже новости, ничего делать не будем, а вот дальше уже оценим картину. Вот у нас пробивается нижняя граница. В принципе, сделка показывает, что она нормальная, то есть пробивается нижняя граница, сразу уходим в плюс, закрытие лучше, чем наш вход. 562 пункта мы проходим в нашу сторону. Это уровень без убытка, то есть мы не можем себе позволить, когда цена прошла хотя бы полфигуры, потерять. Поэтому мы вынуждены выходить либо в нуле, если у нас один выход, ну и также, как я говорил, охватим несколько торговых психологий, что есть у нас вот такая ширина канала. К сожалению, мы здесь не дошли даже до 161,8. К сожалению,
слишком большая волатильность была вот здесь на входе в эту сделку. Ну и дальше с точки зрения дивера давайте оценим, как развивалась ситуация. Вот у нас дивергенция была только вот здесь, вот раз, два, три. Ну вот средняя, вернее, MACD пересекает, уходит выше, вот здесь тоже чуть-чуть заскочил, то есть вот в крайнем случае, вот видя полфигуры, мы уже понимаем, что пора переносить в безубыток, ну и вот, соответственно, только если вот по этому диверу мы можем выйти. Все, то есть здесь даже получилось так, что до FIBA 168 мы не дошли. Поэтому эта сделка тоже не совсем продуктивная, она либо нулевая, если мы дивер вообще не используем, то есть просто мы не можем позволить себе минус 500 стать убытком и вынуждены выйти в нулевую здесь. Либо мы по диверу хотя бы что-то, какую-то прибыль забираем. Ну, как что-то там где-то в районе. Давайте по ценам посмотрим. То есть дивер реально мы констатируем вот здесь, когда цена уходит выше. Это вот здесь вот. Вот гистограмма поднимается, то есть это вот этот уровень цен. Примерно вот у нас... Вот здесь, вот закрытие, вот это время. И посмотрим на часовом, это у нас вот чуть выше вот этих цен. Ну, то есть получается, что мы реально где-то, видите, пунктов 250 забираем. То есть это лучше, чем убыток. Дальше уже, видите, цена идет против нас. 352 мы идем в минус. Это уже недопустимо, то есть если плюс 562, минус 352. Ну и дальше начинается колебание, если вдруг трейдер не вышел, он уже психологически в любом случае вот здесь будет у средней в боковике выходить, чтобы уже эта лихорадка будет психологию заставлять, человека заставлять нервничать и психологически давить на выход. Ну и если верхнюю границу коснемся, то будет уже сигнал к восходящему тренду. Вот такая у нас картина, поэтому здесь, в общем-то, уже все понятно. Когда тренд сменится, уже мы эту сделку полностью переместим в наш дневник сделок. Так, Андрей спрашивает, можно ли ссылку на рабочее пространство? Да, давайте еще раз скину, конечно. Вот она у нас вот здесь. Да, я сейчас еще раз ее скопирую. Вот еще разок кидаю. Там тоже можно задавать вопросы, есть вкладка «Вопросы», если вдруг вопрос возникает не в наше время онлайн, такое в принципе может быть, вы же, как говорится, торгуете, смотрите, то можете задавать его в рабочем пространстве, тоже я там по мере захода в него буду отвечать на те вопросы, которые возникают. Ну что ж, коллеги, вот такая ситуация. В целом можно констатировать, что рынок достаточно неспокоен, то есть есть тренды, но тренды рваные, достаточно волатильные, поэтому, в общем-то, нужно вести себя достаточно аккуратно, контролировать риск. Посмотрим, может быть, следующая неделя будет более, ну, хочется верить, что она будет более удачной в этом плане. На этой неделе все-таки ситуация непростая. Реально мы уже знаем, за время наших обзоров мы видели и хорошие тренды, условно говоря, когда, в принципе, рынок растет на 2-3 фигуры, ничего с этим не поделаешь, зарабатываешь, но когда начинается вот это такое тяжелое время, здесь нужно в первую очередь контролировать риск, поскольку зарабатывать становится тяжелее и тяжелее, отдаешь прибыль с предыдущих трендов, ну и, в общем-то, плюс нервничаешь, поскольку психология тоже включается. Тем не менее, сегодня пятница, будьте аккуратны, в торговле, я имею в виду, неделя заканчивается, ну и, как говорится, наступают выходные, желаю хорошо вам провести это время, и до встречи в понедельник в 10:30. С вами был Дмитрий Слепцов, пока.